Итоги минувшего отопительного сезона подвели сегодня в мэрии Магадана. Он длился 260 суток, обошелся в 220 миллионов рублей. 11 котельных снабжали теплом квартиры жителей областного центра. Сбой возник лишь однажды в Соколе. Однако претензии могут возникать не только к коммунальщикам. Вопросы, конечно, есть, потому что зачастую ненадлежащее теплоснабжение зависит не только от работы теплоснабжающей либо управляющей компании, а, например, из-за того, что кто-то из собственников произвел самовольное переоборудование системы отопления в своей квартире. Чтобы избежать неожиданных и более масштабных сюрпризов, коммунальщики этим летом ремонтируют участки сетей на улицах Ленина, Дзержинского, Пушкина, Арманска, Карла Маркса, Колымской, Берзина. Потратят 60 миллионов рублей. Наряду с деньгами едва хватает времени. У нас и так сокращенные сроки. Мы имеем всего чуть больше 90 суток на подготовку города. Поэтому раньше, куда уж раньше-то, объемы и так колоссальные. Подготовка к следующему отопительному сезону обойдется городскому бюджету в 317 миллионов рублей. Его планируют начать в середине сентября. Для теплой зимы Магадану каждый год нужно 160 тонн топлива. Треть партии кузбасского угля для Колымской ТЭЦ уже завезли.